Дороги, витрины, башни, мосты, дома и машины, и я, и ты. Ксения Горбунова читает младшей дочери отрывки из своих произведений. Изначально она и писала для своих детей. И говорит, сама не ожидала, что ее творчество получит признание и обретет своего читателя. Мне нравится писать детские истории, сказки. Наверное, потому что в них получается сказать то, что хочется, то, что волнует. Сейчас очень много авторов, которые взаимодействуют с современной реальностью и пишут об этом, и детям интересно. И такая литература, она обсуждает их проблемы детские. После стихотворений Ксения решилась на сказочную повесть «Кто ты, няня Ву?» о старом роботе в современном мире. Эта история зацепила судей, что позволило писательнице держать победу среди тысяч произведений российских авторов. Для меня эта рукопись была очень дорогая. Я рада, что именно она победила в этом конкурсе, потому что здесь мне хотелось рассказать ребятам именно о старости, о проблеме ненужных людей. И я рада, что вот появился такой персонаж, как робот. Для писательницы это победа – ориентир, что она двигается в нужном направлении. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Она и дальше планирует участвовать в конкурсах и выпускать сборники детских сказок. Алина Высоцкая, Александр Кучиц, Дон-24, Ростов-на-Дону.